Всем привет. Ну, зашел я тут на одно свое место. Шел и хотел найти зонтиков. Думал, что они будут. Оказывается, они есть. И смотрите, какой. Ну, это вообще, ну это монстр. Ну, видали? О, смотрите, вот эта рука. А вот это вот, вот я его даже шляпка поломалась. Ой, какой зонтяра. Он огромный, он просто гигантский. Ой, ну это ж просто монстр зонтик. Это вот он, я его сейчас отломаю. О, вы видали какой? Это же гриб-монстр, я не знаю, он диаметром сантиметров, наверное, 35 шляпка. Я его сейчас заберу, вот он чистый, не червивый. И смотрите, что еще есть здесь. Вот это вот мухомор пантерный, на него внимания не обращайте. А вот еще зонтик. Вот еще зонтик. Вот это у нас что-то такое стоит тоже. А, это пожухлый мухомор, тоже пантерный. Вот еще зонтик шикарный, хороший, красивый, хорошего качества. Так, вот этот зонтик пожухлый, я его брать не буду. И вот еще шикарный зонтяра стоит такой, замечательный. Все, вот сейчас я их, короче, пособираю. Тут грибнички рядом подбираются, по лесу ходят. Поэтому я уже съемку заканчиваю. Но я вам показал, какие шикарные здесь зонты. Вот у зонтика колечко слезло, вот колечко, вот это зонтик. Я обожаю их жареные. Они очень классные, вот. Все, эти зонтики, они сегодня будут жареными. Все. Всем пока.